Конечно, они достойны молитвы, они прежде всем даровайтесь душевного спасения и телесного здоровья. Молимся Тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся за умного начальника, за владеющих, посетивших в храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вышел прокомментировать. Идет богослужение сегодня, 5 августа 2018 года. Я дежурный по деревне. Ну и захожу иногда в храм. Второй раз вышел. И в этот день, как раз утром на богослужении, ласточата вылетает из гнезда. Я стоял и думал, то ли батюшка фрамугу закрыл, почему нет ласточек? А оказывается, они их специально не кормят, они из гнезда вылазят, стоят на кромке гнезда, а потом залетают, щебечут и за собой зовут. Один срывается, второй, третий, и по одному вылетают в фрамугу. Один ударился не сильно, поднялся и тут же вылетел, а один где-то сел там, где... Левый вход в храм, в алтарь, вот так. Вот они где-то тут летают. Все. Все рассчитано у них. Есть не дают, начинают работать, крыльями махать. Сделали облет несколько раз в храме. Она вылетает быстро на улицу, зовет оттуда. Так делают и скворцы.
Бывает, соседние прилетаются к скворцы, червяка им показывают. Он в гнезде думает, вот все, живу с родителями, так и буду жить всегда. Нет, надо начинать самому работать. Един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.